Предприниматель оштрафован за продажу спиртного. В своем буфете он разливал алкоголь посетителям, не имея лицензии. А когда оперативники пришли к нему с проверкой, решил обвинить их в нарушении его прав и стал снимать обыск на мобильный телефон. В итоге снял компромат сам на себя. Подробности в репортаже. Оперативники решили проверить этот буфет после телефонной жалобы на хозяина заведения. О том, что в кафе продают спиртное без лицензии, полицейским сообщила возмущенная женщина. Служители закона сразу пошли на проверку. На момент проведения проверки алкогольная продукция была изъята. Все направлено на ответственное хранение в отдел полиции металлургический. Эти кадры снимал сам предприниматель во время оперативной проверки. Он уверял, полиция нарушает его права. Ведь он приобрел алкоголь для себя и никому не собирался продавать. А вы даете гарантию, что тут отсюда ничего не пропало? Потому что я еще не трогал. Я сейчас начну пересчитывать, если там что-то не будет. Суд приобщил эту съемку к делу, но сыграла она против самого нарушителя, лишний раз доказав, что спиртное в буфете имелось и стояло оно на витрине. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности. Был оштрафован на 6000 рублей без конфискации данного имущества алкогольной продукции. Однако, если алкогольную продукцию не будет предоставлены документы необходимые, то она будет уничтожена. Прокуроры говорят, мужчине просто невыгодно покупать лицензию, ведь доход от продажи спиртного покрывает все оплаченные штрафы. Елена Абросимова, Денис Оснач, 31 канал.